Сторону Ларина, деградант, полный, наркоман, не может сделать ни одно, ничего, музыку не может сделать. Деградант, ходит с охраной, переехал, все делает ради себя, ради... Короче, это вообще просто продажная шкура. Он типа гордится, что он не продажная шкура, но на самом деле он продажная шкура. Потому что у атеиста нету совести, он продаст что угодно, блин. Если надо. Просто цену ему не назначили хорошую. Так, короче, пошло оно все вообще. Ай, блин. Сейчас надо поесть просто. Я рисую в городе бесплатно. Всю жизнь, блин. Ни копейки не получил. Теперь мне нужны деньги на лекарства, чтобы дальше жить нормально после всего, что я пережил. В ответ на охренительное отношение к моему рисованию в городе, на охренительное одиночество, ни одного друга, ни одной подруги, на то, что меня изгоем сделали персоной нон-грата во всех библиотеках, во всех заведениях, из-за того, что одна тетка там мне нахамила, я ответил ей что-то, цензурно, все равно меня, потом это, врачи Нинес, это психиатрист Линя, издевалась надо мной, сколько вторая потом издевалась, и я сказал, вы дура, я ей обосновал, почему, потому что вы разговаривали, я прошу вас разговаривать со мной по-человечески, как я с вами. А она стала обосновывать мне, почему она имеет право разговаривать со мной, как со скотом. Я назвал, ну вы дура. И она мне написала всякие гадости навсегда, что я неуравновешенный и так далее, что я психопат, сумасшедший, опасный маньяк, там всякое такое, что меня никуда на работу не взяли, нигде. Чтобы я был изгоем просто. И она сказала, радуйся, что я тебя в тюрьму не посадила. За слово дура. В тюрьму не посадила. Представляешь, какая она богиня. Божественное существо, блин. Это все не шутки, это на видео я зафиксировал. Есть видео, где она это все говорит. Просто мне. Я не хочу выкладывать, потому что у нас такая культура в России, где все будут на стороне ее, а не на моей стороне. Вот что интересно. Все парни будут хлопать ей и говорить, правильно, молодец. Когда будут вам в задницу чип вставлять, в голову чип вставлять и еще садиться на лицо вам будет. Я не буду над вами смеяться. Вам будут садиться на лицо, реально. И чипы вставлять, и на лбу штрих-коды писать, блин. И прочие интересные вещи делать. Издеваться над вами будут. Над вами уже издеваются. Я не смеюсь над вами, а вы смеетесь надо мной и травите меня, и когда вот такое происходит, когда типа женщина меня унижает, то что я рисую там, и еще что-то. Вы смеетесь, блин, такой менталитет у вас. Вот над вами только я не буду смеяться, когда над вами будут издеваться женщины и государство. Смейтесь, смейтесь, давай. Смеемся, смешно, смешно, смешно. Александр Алёнин, это смешно, смешно. Давайте, пальчик вам покажу, вот, смейтесь, давайте. Включите видео про Фёдорова и смейтесь, давайте. Я даю вам гипнотическое приказание. Смеяться над тем, как женщина унижает больного парня аутизмом. Аутизмом больного немножко. И зрением. Который все равно рисует для города. Ну, короче, ничтожество полное уничтожает. Сильный побеждает слабого, вам это нравится.